Помните игру под названием Binary Land? Два пингвинчика с дихлофосами ходят и травят пауков. В детстве она мне очень нравилась, и я фиг знает сколько уровней прошел, но даже тогда я не знал, что в случае, если пингвинчики будут долго тусоваться друг с другом, то на свет появится их детенок, этакий супер-пингвиненок, который вообще ничего не боится, он сносит паутину, пауков, бесцельно бегает, как умалишенный, зачищая весь уровень. Казалось бы, ну это какое-то жульничество или чит, я этого киндер-пингви могу в каждом уровне делать и всегда побеждать. Но в том и суть, что пингвинчики ходят асимметрично и начинают с разных частей уровня, и если мы добрались одним пингвином до другого, то, считаю, уже выиграли. И ситуация, когда пингвинчики встретились, а уровень все еще не зачищен, маловероятна. Детенок получается то в папу, то в маму, то розовый, то зеленый. Точно не знаю, от чего это зависит. И сколько же надо тереться хвостами друг от друга, чтобы зародилась новая ячейка общества? После нескольких попыток я понял, что около 15 раз. Притом пингвинчики не должны расходиться слишком далеко, иначе все сорвется. Притом сорваться может так, что маленький птенец и не появится вовсе.